крайняя статья. Ну все, смысл приходить. Поэтому как-то там. Да нет, это не стрелка. Нет, я ни на какую стрелку не думала. Просто говорю о том, что мастера все в интернете. Говорить, говорить, говорить. Ну, ты же меня не знаешь. Вот, понимаешь, человек, который меня знает, вот скажи мне в лицо. Я считаю, что ты такая-то, такая-то, такая-то. Ну, типа, ну, у тебя это задумалось. Может быть, я там действительно что-то не то там делаю и так далее. Я люблю правду. То есть, если человек говорит, ты не юрист, это точно. Ну, конечно, я не юрист, это точно. Все, слушайте, давайте, мне уже неинтересно с вами общаться, поэтому хорошего вам дня. Нет, так, другое дело, если человек будет говорить мне без каких-то оскорблений и так далее, но если уже переходит на личные оскорбления, то... Да, успокойся. Я уверена, никто бы никуда не поехал. Я просто сейчас поеду туда к метро, поэтому думаю, заодно пойду, он подойдет, скажет, ну хорошо, нет, так нет. Поеду сейчас на экспобел. Мне нужно, короче, купить себе ботиночки красивые в осени. Хочу себе купить ботиночки, хочу себе купить костюмчик и хочу себе купить брюки. Знаете, какие красивые, такие вот черненькие, под черную помаду. Так красиво в пиджаке, короче, я такая представляю, какая мода. Оскорбление в том, ну давай, жги, оскорбление в том, что ты продаешь себя в ТикТоке. Ну да, меня купили многие. Напишите, за сколько вы меня покупали? Вон, 53 человека, 62. Вы же меня все покупали в ТикТоке. Напишите, сколько Наташка вам продалась. Я не могу. Каждый, кто сейчас сидит, действительно меня покупает. Каждый. А еще у меня 8 с чем-то тысяч подписчиков, и каждый меня покупает. Каждый. Понимаешь? Один даже за бутылку водки. Это серьезно. Даже не один. Ты видишь, ну ты ведь видишь, какие суммы озвучиваю. Поэтому все серьезно. Это шуток даже. Эти